Более 1 миллиарда рублей на сферу культуры направили по итогам 2018 года. В профильном департаменте провели итоговую коллегию. Бюджет сферы вырос на 57% по сравнению с 2017 годом. Вливание из областного федерального бюджета позволили существенно укрепить материально-техническую базу. Более 200 миллионов рублей учреждения культуры получили из областного бюджета. В том числе из них 78 миллионов рублей по поручению губернатора и по наказам избирателей были направлены в сельские учреждения культуры. Впервые за последние годы сразу в 38 учреждениях провели ремонтные работы и приобрели современное оборудование. Главная задача на этот год – продолжить реализацию приоритетного национального проекта «Культура». 41 миллион выделят на ремонт сельских учреждений культуры. Впервые выделяются средства масштабные на приобретение музыкальных инструментов, а это 25 миллионов рублей. И важно, что ряд мероприятий будут осуществляться на конкурсной основе, и сегодня все учреждения культуры, и государственные, и муниципальные, активно включились в подготовку заявок. Это в том числе продолжится модернизация кинозалов. В прошлом году мы знаем, что в нашем регионе появилось еще 6 новых современных кинозалов. И в этом году муниципальное образование подготовили еще 3 заявки. Кроме того, в этом году регион подготовил 8 заявок на создание виртуальных концертных залов в муниципальных учреждениях культуры. Первый такой открыт в филармонии, чтобы все желающие могли смотреть прямые трансляции с концертных площадок страны. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.